Из числа я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Достойный всякого истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слово родшую, пущую Богородицу тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Воскресе из мертвых, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, силу честнага и животворящего креста, святых ангелов наших хранителей, всех святых, помилуй и спаси нас. Яко благ и человеколюбец. Аминь. Боже милостив, буди мне грешному. Создавай меня, Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Слава тебе, Боже наш, слава тебе всяческих ради. Слава тебе, Боже наш, слава тебе всяческих ради. Слава тебе, Боже наш, слава тебе всяческих ради. Боже, очисти меня грешного, яко не колишься творик благое перед тобою, но избави меня от лукавого, и да будет во мне воля твоя. Да неосужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя твое святое. Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Царю Небесный, утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровища благих и жизни подателю, приди, вселисевны, и очистины от всякие скверны, спаси блажа души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже есть и на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, яко Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Рождество Твое, Христе Боже наш, воссия миру и свет разума, в небо звездам служащие, звездою учахуся. Тебе кланяться солнцу правды, и тебе видите с высоты востока. Господи, слава тебе! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Отодрайся на воздвиг меси, Господи! Ум мой просвети сердце, и усне мое отверзи его, еже пети тебя, Святая Троица! Свят, 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 еси Боже Богородицу, помилуй нас, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и кое-го ж деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, 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 еси Боже Богородицу, помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю тебя, Святая Троица, яко многие ради твоей благости и долготерпения не прогневался, если на меня ленивого и грешного, ниже погубил меня себе законами моими,
но человеколюбство есть обычно, и в нечаянии лежащего воздвигми иси, во еже утренте словословите державу твою, и ныне просветимые очи мысленные, отверзимые уста поучать тебя словесем твоим, и разумейте заповеди твоя, и творите волю твою, и пейте тебя во исповедание сердечным, и воспевайте все святое имя твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и в веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Преклони, Господи, ухо Твое, и услышь меня, ибо я беден и нищ. Сохрани душу мою, ибо я благоговею пред Тобою. Спаси, Боже мой, раба Твоего, уповающего на Тебя. Помилуй меня, Господи, ибо к Тебе взываю каждый день. Возвесели душу раба Твоего, ибо к Тебе, Господи, возношу душу мою. Ибо Ты, Господи, плака милосерд и многомилостив ко всем, призывающим Тебя. Услышь, Господи, молитву мою и внемли глас умоления моего. В день скорби моей взываю к Тебе, потому что Ты услышишь меня. Нет между богами, как Ты, Господи, и нет дел, как Твои. Все народы, Тобою сотворенные, приидут и поклонятся пред Тобою, Господи, и прославят имя Твое, ибо Ты велик и творишь чудеса. Ты, Боже, един Ты. Настав меня, Господи, на путь Твой, и буду ходить в истине Твоей. Утверди сердце мое в страхе имени Твоего. Буду восхвалять Тебя, Господи, Боже мой, всем сердцем моим, и славить имя Твое вечно. Ибо велика милость Твоя ко мне. Ты избавил душу мою от ада преисподнего. Боже, гордые восстали на меня. Искупище мятежников ищет души моей. Не представляют они Тебя пред собою. Но Ты, Господи, Боже, щедрый и благосердый, долготерпеливый и многомилостливый и истинный, презри на меня и помилуй меня, даруй крепость Твою рабу Твоему и спаси сына рабы Твоей. Покажи на мне знамение во благо, да видят ненавидящие меня и устыдятся, потому что Ты, Господи, помог мне и утешил меня. Основание его на горах святых. Господь любит врата Сиона, более всех селений Иакова. Славно возвещает о тебе, град Божий. Упомяну знающий меня о Рааве и Вавилоне. Вот филистимляне и Тир с Эфиопию скажут, такой-то родился там. О Сионе же будут говорить, такой-то. И такой-то муж родился в нем, и сам Всевышний укрепил его. Господь в переписи народов напишет, такой-то родился там, и поющие, и играющие, все источники мои в тебе. Господи, Боже, спасение моего, днем вопию и ночью пред тобою, да внедет пред лице твоя молитва моя, преклони ухо твое к молению моему. Ибо душа моя насытилась бедствиями, и жизнь моя приблизилась к преисподней. Я сравнялся с нисходящими в могилу, я стал как человек без силы, между мертвыми брошенный, как убитые, лежащие в гробе, о которых ты уже не вспоминаешь, и которые от руки твоей отринуты. Ты положил в ров преисподней, во мрак, в бездну. Отяготела на мне ярость твоя, и всеми волнами твоими ты поразил меня.
Ты удалил от меня знакомых моих, сделал меня отвратительным для них. Я заключен и не могу выйти. Око мое истомилось от горести весь день. Я взывал к тебе, Господи, простирал тебе руки мои. Разве над мертвыми ты сотворишь чудо? Разве мертвые встанут и будут славить тебя? Ибо во гробе будет возвещаема милость твоя и истина твоя в месте тления. Разве во мраке познают чудеса твои и земле забвения правду твою? Но я к тебе, Господи, взываю, и рано утром молитва моя предваряет тебя. Ты чего, Господи, отрываешь душу мою, скрываешь лицо твое от меня? Я несчастен и истаиваю с юности, несу ужасы твои и изнемогаю. Надо мною прошла ярость твоя, украшения твои сокрушили меня. Всякий день окружает меня, как вода, облегает меня все вместе. Ты удалил от меня друга искреннего, знакомых моих не видно. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. Снава став, полуночную песнь приношу ти спаси, и припадай во пьюки, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но щедро мне распныся волею, и лежащими обленностью ускорив восстави, и спаси меня в предстоянии молитве и по сне ночнем, высияй мне день безгрешен, Христе Божий, спаси меня. Тебе, владыка человека, любче от сна восстав, прибегая на дела твоя, подвязаюсь и милосердием твоим, и молюсь о тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи избави меня от всякие мирские и злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, видев царство твое вечное, ты будешь мой сотворитель и всякому благу промысленник и податель, а тебе же все упование мое, и тебе славу воссылаю ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, же многие Твои благости и великими щедротами Твоими дал еси мне рабу Твоему, мимошедшее время ночи, вся без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, владыка всяческих творче, сподоби меня истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божьей силы всякие плоти, вышних живые смиренные презирая, сердца же утробы испытуя, и сокровенное человеков яви предведай, безначальный пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю прими моление наше, я же в настоящее время на множество твоих щедрот дерзающе от скверных тебе у стен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом, мыслью, ведением или неведением согрешенный нами и очистенный от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую в житие ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вон же со славою Судья всех приедет, о мужду дать и по делам его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий воздвижение в дело не обрящимся готови. В радости божественный чертог славы его совнидим, и деже празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих твоего лица доброту неизреченную, ты боишься истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тебя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояя каянной моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать и мною наследством смертного сего телесе, и укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения,
ей святые ангели Божии, хранителю и покровителю каянной моей души и тела, всяме простили, ко тебе оскорбих во все дни живота моего. Яще что согреших, пришедшую нощью, покрый меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения противного. Да ни в коем грехе прогневаю Бога, но молись за меня, ко Господу, и да утвердит меня в страсти своем, достойно меня покажет раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородица, святыми Твоими всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, забвение, уныние, неразумие, нерадение, вся скверны, лукавые, хульные помышления, от окаянного моего сердца, от помраченного ума моего, и погаси пламя страстей моих, яко нищий семя каянин, и избави меня от многих лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный есть от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Александр, Антоний, Виталий, Владислав, Владимир, Галина, Геннадий, Наталья, Георгий, Евгений, Екатерина, Елена, Иоанн, Игнатий, Илья, Ирина, Петр, Константин, Любовь, Надежда, Наум, Николай, Нина, Ксения, Ольга, Михаил, Вячеслав. Як усердно к вам прибегаем, скорым помощником, молитвенником о душах наших. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословена ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко спас родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди твоя, и благослови достояние твое, победы над сопротивное даруй, и твое сохраняй крестом твоим жительство. Дева днесь пресущественного рождает, и земля вертеп неприступному приносит. Ангелы с пастырями славословят, волсвы же со звездою путешествуют. Нас бо ради родися, отроче млада превечный Бог. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно во веки веков. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Стопоклонная молитва. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешным. Господи, слава Тебе. Хвала Тебе, наш милосердный Бог и Иегова. Алла, Отче, услышь молитву нашу. Прости меня грешного и помилуй. Тайное и явное, в уме и в помышлении, и во все дни жизни, великие и малые грехи мои, прости, и соблазн, который я подавал ими, где я падал и вставал, Господи. Но благодарю Тебя, что Ты никогда не давал мне отчаиваться в спасении Твоем. И это помощь Духа Твоего Святого и молитвы святых. Хвала Тебе, аллилуйя. Благодарю Тебя, Боже, за день, в который Ты мне даровал веру Твою святую, страх перед Тобою и ожидание суда Твоего. Благодарю Тебя, Боже, за день, в которой Ты мне даровал святую Библию и указал на толкование святых отцов, как на истину. Слава Тебе! Молим Тебя, Господи, о призванных о Никите и Максиме Александре. Сохрани их от всякого зла. Не даруй, Господи, даруй им помощь не согрешить перед Тобою, Господи милосердный. И коснись Андрея сердца. Авраама и Сергию не дай смешаться с этим миром и погибнуть окончательно. Боящих наших посети, Сергия, Антония, Елизавету, Ольгу и других, кто просили о них молиться. На Тебя, милосердный Господь, уповаем. Слава Тебе!
ибо Ты все делаешь вовремя и на пользу нам. Пресвятая Владычица моя, Богородица, Пресна Дева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами Твоими святыми. Матерь Божия, благодарю Тебя. Покрой амофором любви Твоей. В скорбях, в печалях и в тесных обстоятельствах Ты помогала мне от позора, поношения, посрамления, отступничества и измены спасала. Хвала Господу нашему Богу за ходатайство Девы Марии за род человеческий. Дивная заступница наша Дева Мария. Господи, благослови отца моего духовного Игнатия и отца Иакима, и всех братьев Барнаульской, Потеряевской общины и нашего интернет-содружества. Всех здесь стоящих на молитве, не дай дьяволу никого похитить из руки Твоей, Господи, даруй каждому рождение свыше и водительство Духом Твоим святым. Хвала Тебе. Благослови, Господи, не найти работу по сердцу Твоему Николаю Роману. Вячеслава и Илью Анатолия укрепи семейных вопросов, дабы они не колебались от возмущения их жен. Илью, находящегося в узах по сети. Ирину сохрани от всякого зла и от недобрых людей. Молим Тебя, Господи, о неверующих, маловерующих или в ереси пребывающих. Владислав, Артема, Виктора, Павла, Лии, Софии, Ксении, Елены, Ольги, Надежды, Надежды, Людмилы, Николая, Василия, Марию, Алексея, Максима, Ксении, Виталия, Елены, Галины, Резиды, Розы, Владимира, Игоря, Вячеслава, Ильи, Олега, Анатолия, Юрия, Татьяна, Михаила, Михаила, Михаила. Александра, Алины, Алексея. Коснись их сердца, если это угодно Тебе, Господи милосердный, если они способны это воспринять. Изгони всякого духа злобы, если это им будет на пользу, из Рустика Александра, Александра, Романа, Андрея, Игоря, Максима, Максима, Владислава, Владимира. Даруй покаяние Сергию. На Тебя уповаю. Ангел Христов, хранитель мой святой, моли Бога о мне грешном. Добрый мой ангел, благодарю Тебя. Сколько лет Ты защищал меня от невидимых и злобных духов и опасностей. Без покаяния не отпусти жизни. И в транспорте, и всюду Ты хранил меня, ангел мой. И в смертный час не покинь, и на мытарствах проведи душу мою. И введи ее в Царство Небесное навеки. Благослови, Господи, народ Твой, еврейский, чтобы и они приняли Сына Твоего, Иисуса Христа, как истинного Мессию и Спасителя. Благослови, Господи, русский, татарский, украинский, белорусский, казахский, армянский, грузинский, другие большие и малые народы, да обратится к Тебе остаток Твой, и да изменит жизнь. Иоанн, Креститель, Предтеча Христов, моли Бога о нас. Господи, научи нас жить в бедности и быть благочестивыми и довольными, и довольствоваться питанием и одеждой, и искать прежде всего Царствие Божие и правды Его, и не бояться начальствующих и правителей грозных, и не участвовать в бесплодных делах тьмы, но и обличать, и устоять в верности Богу. Господи, услышь наши молитвы и тех, кто молится о нас. Коснись сердец патриархов Кирилла, Варфоломея, Ильи, Франциска Бенедикта и других епископов, Кирилла, Анастасия, Сергия Евтихия, Пармена Игнатия, Лариона Тихона, Ануфрия, Максима Всеволода, Антония, Порфирия Лонгина и других, священников и диаконов, Георгия Александра, Дмитрия Артемия, Андрея Андрея, Иоанна Сергия, Георгия Александра, Михаила Михаила, Андрея, Константина, Олега, Наума, Якима, Святослава, Алексия, Алексей, Николая, Геннадия, Геннадия, Дмитрия, Александра, Извернутых, Владимира, Настасья, Максима, Сергия,
покрой любовью своей, Андрея. Не дай погибнуть Глебу Грозовскому, не дай отчаяться Владимиру, и благослови всех тех, кто является служителями Твоими. Господи Боже наш, слава Тебе! Святые мученики и мученицы Игнатий Богоносец, Поликарп Смирский и Устин Философ, Власий и Харлампий, Косма и Демьян и Андрей Стратилат и Ирон Мученик, Климент Римский, Климент Антирский, Анфим Некомедийский, Георгий Победоносец, Пантелеймон и 40 святых мучеников, царь Николай, святое царское семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб, Авраам и Болгарский, молите Бога о нас. Господи, слава Тебе за святую Библию и за дивных пророков, которые, движимые Духом Святым, изрекли и записали эти слова для нас. Исполни Духом Святым Твоим Церковь Твою, и дабы день прихода Твоего и нашего отшествия не застал нас неготовыми, но вышли бы мы навстречу Тебе с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными илей добрых дел, содеянных в Духе Святом и с любовью. Святые ангелы, архангелы, херувимы и серафимы, все небесные силы престола Божьего предстоящие, молите Бога о нас. Святые всехвальные апостолы, первый верховный Петр и Павел, святые евангелисты Матфей, Марк, Лука и Иоанн, молите Бога о нас. Господи, умягчи сердца правителя мира, Владимира Владимира, Рамзан Рустам Альсура, Эрдогана Джозефа, Мануэля Олафа. И да продлится еще мир на земле. Даруй нам, Господи, священника, рожденного свыше и благовестника, и место для занятий. И определи нашу участь, как Тебе угодно, Господи Боже наш. Слава Тебе! Святые мученики и мученицы, Игнатий Богоносец, Поликарп Смирский, Устин Философ, Власий, Харлампий, Косма и Демьян, Андрей Стратилат и Ирон Мученик, Климент Римский, Климент Антирский, Анфим Некомедийский, Георгий Победоносец, Пантелеймон и 40 святых мучеников, царь Николай, святое царское семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб, Авраам и Болгарский, молите Бога о нас. Господи, слава Тебе за святую Библию. Укрепи сердца наши в Слове Твоем, и чтобы малые дети искренне верили в Тебя. В гонениях и в искушениях не допусти до принятия Антихриста в начертание, чтобы в скорби печали никто не отошел от Тебя. Упокой, Господи, души усопших, братьев и сестер наших, Татьяна, Серафима, Неонил и Ольги, Сергия Парализовна, отца Игнатия, Алексия, Галину Капитолину, Иоанна, Тихона, Марию и других. Также помяни, Господи, если угодно Тебе. И епископа Евтихия, митрополита Илариона, Феофана, Бенедикта. На Тебя, Господи, уповают. Господи, Ты видишь неведение народа Твоего, русскоговорящего. Но Ты истинный просветитель. Благослови, милосердный Господь, издать трехтомное толкование на Новый Завет. Предохрани от критических ошибок и от злоумышлений и от всякой нечистой силы. Господи милосердный, дивный наш Господь, на Тебя во всем полагаем свою надежду. Слава Тебе! Святые учителя Церкви, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний, Макарий, Макарий Антоний, Феодосий, Корнилий Иов, Сергий Радонежский, Стефан Пермский, Серафим Саровский, святитель Феофан, святитель Игнатий, Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский, Кирилл и Мефодий, митрополит Иннокентий, Макарий Алтайский, Филарет Московский, все переводчики Священного Писания, молите Бога о нас. Да помилует и спасет Господь нас, да дарует нам жажду исследовать Слово Божие и любовь к Святой Библии. Святые жены и девы, Феокла Первомученица, Фатина Самарянина Феурония, Вера и Надежда, Любовь и Матерь их Софии, Наталья Адриана Варвара, Екатерина и Перепетуя, Татьяна Лена Нина Мария Магдалина Мария Египетская, Прескила и Акила, Андроник и Юник и Приянна Устина, молите Бога о нас. Даруй, Господи, послушание, молчание, целомудрие и стыдливость женам и девам,
и сохрани их от поруганий и нападений недобрых людей. Хвала Тебе, слава, честь и поклонение, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Боже милостив, буди мне грешному. Создавай меня, Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил перед Тобой, Господи, прости меня грешного и помилуй. Господи, прими сию молитву, воздяни рук, как жертву вечернюю, приятное благоухание пред престолом благодати Твоей. И соедини наши молитвы с молитвами всех святых Твоих, молящихся Тебе на небе и на земле. Господи, прими и исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам. Прими наши молитвы, Господи, о всех заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй. Говори, Господи, Владыка, слушай Тебя, слышит раб Твой, голос Твой. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Всем доброе утро. Доброе утро. Так, ну, продолжим читать Откровение.